Некая империя на севере Европы посягает на территории своих южных соседей. Начинается вторжение, которое нужно остановить. Такова легенда многонациональных военных учений Rapid Trident в Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области. В этой учебной точке мы можем наблюдать тактические действия во время боя в условиях города. А еще столкновения в условиях так называемой гибридной войны, работа артиллерии, рукопашный бой, блокпосты и первая медицинская помощь на поле боя. Украинский врач рассказал мне, как учился у американских военных врачей, потом отработал навыки в условиях реальной войны, и теперь эти усовершенствованные знания он снова передает американцам. Почти 2000 военных из 18 стран мира, бронетехника и авиация. Условия учений максимально приблизили к боевым. Программу даже подкорректировали под конкретные задачи, которые выполняют украинские военные на востоке Украины. Не вдаваясь в подробности, могу вас заверить, мы включили в программу такие тренинги, которые позволят командиру или солдату быстро ориентироваться и принимать нужные решения в условиях гибридной войны. Во время учений для большего эффекта военных с разных стран объединяют в многонациональные подразделения, как боевые, так и штабные. А уже в конце недели все, чему научились, они покажут в финальном тактическом упражнении. Ирина Сандуляк, Юлия Дрозд, «Настоящее время».